Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном лайфстайл-канале «Сладкий персик». Не забудьте подписаться, если еще вдруг не подписаны. Сегодня мы снова будем заготавливать клубнику на зиму. Я вам покажу очень интересный способ ее заморозки. Муж любит разогреть стакан молока в микроволновке и бросить туда один клубничный лед. Получается очень вкусно. Такое вот клубничное молочко на завтрак, на ужин или даже на ночной перекус. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, если рецепт вам понравился. Напишите в комментариях, как вы обычно замораживаете клубнику, и не забудьте подписаться на мой канал.